В нашем районе именно дружба с физкультурой и спортом помогают людям с ограниченными возможностями здоровья чувствовать себя более уверенно в жизни. В этом мы еще раз смогли убедиться, побывав на престижных соревнованиях, открытых чемпионатах и первенствах Славянского района по легкой атлетике среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. В легкоатлетическом манеже спортивной школы «Олимпиец» состоялись открытые чемпионаты и первенства Славянского района по спорту пода, лин, спорту глухих, слепых, дисциплина легкой атлетика в помещении. В соревнованиях принял участие 61 спортсмен из Новороссийска, Анапского, Северского и Славянского районов. На торжественном открытии спортсменов приветствовала заместитель начальника управления физической культуры и спорта района Елена Нечаева, которая пожелала всем успешного выступления и новых достижений. Новороссийские спортсмены не в первый раз приезжают на соревнования, чтобы побороться с другими участниками за победу и найти новых друзей. Мне очень нравится заниматься легкой атлетикой, это дает мне положительные эмоции. Я выступаю за команду города Новороссийска, буду бежать дистанцию на 60 метров, постараюсь пробежать достойно. Наш муниципалитет был представлен весьма достойно. Славянские спортсмены с ограниченными возможностями здоровья имеют все необходимое, чтобы тренироваться и поддерживать хорошую форму. Тренер по адаптивным видам спорта Батнасан Харманджиев уверен, что серьезная подготовка славянцев должна была дать свои результаты. Готовились мы очень долго и серьезно к этим соревнованиям, потому что у нас спортсмены наши универсальные, выступают во всех видах спорта. Так, прыжки, бега, толкание, ядра. Соревнования прошли в хорошей обстановке и на высоком уровне. По итогам открытых чемпионатов и первенств района по легкой атлетике славянские спортсмены выступили успешно. В активе команды 34 призовых места, в том числе 18 первых, 10 вторых и 6 третьих. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыка, программа «События».